Жителю Саяногорска, осужденному за жестокое убийство ребенка, еще ужесточили приговор. Напомним, прошлым летом мужчина на даче сбил 4-летнего сына своей сожительницы. Оставшись с ним наедине, мальчик был доставлен в больницу с многочисленными травмами. Спасти ребенка не удалось. Андрей Ковалевский был признан виновным Абаканским городским судом и приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Приговор был вынесен в феврале этого года, однако обвинение посчитало наказание слишком мягким и обжаловало решение. В итоге судебная коллегия по уголовным делам увеличила срок до 17 лет.